Что предполагает формат фестиваля? Сегодня команды покажут по одному конкурсу на свободную тему в формате приветствия, визитки. В общем, все, что они хотят показать и рассказать о своей команде и о своей школе. Важно познакомиться с командами сегодня, ведь именно они будут составлять основной костяк официальной юниор-лиги, которая запустится осенью этого года. Ну, классно же, да? Давайте поаплодируем, скоро все будет еще круче. Еще круче, хотя, казалось бы, уже неплохо для начала.